Всем привет! Сегодня 4 сентября. Копаем картошку. Начали дома копать картошку. Сначала скосили. Очень нынче хороший урожай картошки. И желтая, и красная, и розовая. Че, Леша, хорошая у тебя картошка? Хороший. Урожай хороший? Урожай. Полный погреб будет. Здрасте. Урожайная вся картошка. Все поле засыпано картошкой. Соседи выкопали уже. Ветер. Дует ветер. Есть вообще такие большие экземпляры. Это пенал. Тоже у нас вырос. Такой. Там цветет. Отлично. Нынче полный погреб будет под завязку картошки. А эти соседи еще не копали. Большая у нас агитбригада. У нас 7 человек. Все копаем. Леша проезжает, а мы сзади выкидываем, чтобы она подсохла, а потом вечером соберем в мешки и в погреб. Вот такая красота. Небо, правда, хмурое ходит. Может быть, дождь пойти. Ну, вроде бы погода без осадков была по интернету. Вот так мы работаем. Картошка хорошая, и трактор даже с пробуксовкой идет. Огород у нас удобренный, мягкий. Даже забивает картошкой. Вот, забивает. Нынче, правда, попадается вот эта вот картошечка, некоторая подгнившая. Вот. Подгнившая. Да, вот эту мы сейчас соберем. Вот подходит к концу наше копание картошки. Эту половинку заканчиваем. Вот так. Здесь огород грязнее. Ну а так картошка очень.
все в картошке. Что, шатает? Ушатали мы тебя. Так что хороший урожай. Топинамбур тут у нас заполонил как стеной. Маленькая ранеточка. Вот такая наша группа по уборке урожая картофеля. Там вон бабушка Катя у нас перебирает мелкую картошку, выбирает. Ну а всем, кому понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями и заходите почаще в гости. Всем пока-пока.